жить 5 минут вообще на этом свете. «Машина времени», как вышли они на русском языке, стали первые 5 песен. Все на уши встали. Да. Вот оно было вчера. Я тут бегал, дрались, тут это все. Вот уже 60 лет. Очень быстро. Вот завтра это. И что? А там вечность. И если под этой мыслью все время поначалу принудительно, а потом с радостью жить, что завтра уйдем. Все становится понятно. Вот сегодня последний наш день. Что мы будем делать, если он последний, правда? Мы к самым любимым придем. Вот это все. Да позвоните родителям. Мы к ним придем, приедем. Мы сделаем все наши самые главные дела. А главные дела какие? Общение друг с другом. Важнее нет ничего на свете.